Всем привет, вы попали на канал Hard Reset Info, и в этом видео расскажу вам, как сменить пин, код от вашего устройства проектора Samsung LS5 3 в самом проекторе, собственно. Итак, для этого мы с помощью пульта листаем влево в шторку, далее ниже в меню, нажимаем ОК, нажимаем ОК, нажимаем ОК и попадаем во все настройки. Далее опускаемся к General and Privacy, к вот этим вот настройкам, нажимаем ОК и далее листаем ниже к System Manager, нажимаем ОК. Далее здесь у нас есть Change PIN, это изменить пин-код, нажимаем ОК и мы сначала должны ввести наш пин-код, который у нас стоит на данный момент. Это вот у меня 4 нуля. Вводим. И теперь можем ввести новый пароль и подтвердить его. А допустим, не знаю, я введу тот же просто нули. 0000, 0000, и здесь то же самое. И все, вот мы и сменили пароль. На этом все, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пишите свои комментарии. Всем пока!